Здравствуйте, многоуважаемые мною зрители. Совсем недавно LEGO анонсировали новые наборы по Майнкрафту 2022 года. В этом видео я расскажу свое мнение об этих наборах. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек. Меня зовут Дмитрий. Ну а пока, дисклеймер. Первый набор 21177 засада крипера. Обычно к подобным наборам я отношусь нейтрально, ибо постройки у них всегда обыкновенные, что ли, невзрачные, бессмысленные, точно. Но их комплектации очень хороши. Тут же то же самое. Мы из этого набора получаем несколько неплохих аксессов: Стива, свинью с курицей и красного эксклюзивного крипера. Выглядит странно, но да ладно. Меня мучает вопрос, почему он красный? Кто знает, напишите в комментариях. Буду очень благодарен, а то я не могу уснуть до 3 часов ночи с этим вопросом. В наборе 72 детали, цена 10 евро, выход 1 января. Второй набор, 21180, дуэль стражей. Этот набор уже намного больше предыдущего, но все так же относится к разряду плохих построек и хороших аксессов с минифигами. Хоть минифига в этом наборе одна, она хорошая. Плюс, как сделаны стражи, просто мое почтение. В наборе 255 деталей, цена 23 евро, выход 1 января. Третий набор, 21178, лисий домик. Господи, как же это мило. Лисичка очень похожа на себя из Майнкрафта. Не то, что эти чебупели. Однозначно набор хорош. Без слов, просто. В наборе 193 детали, цена 20 евро, выход 1 января. Четвертый набор, 21179, грибной домик. Думаю, все в Майне делали дом в шапке гриба, вот и LEGO сделали. Набор прикольный, придраться к чему-то тут я не могу. Минифиги стандартные, скелет и Алекс. Также из мобов паук и грибная корова. В наборе 272 детали, цена 20 евро, выход 1 января. Шестой и последний набор, 21183, тренировочная площадка. А вот этот набор получился, как по мне, уже не таким крутым, как прошлый. Почему же? Изначально набор смотрится хорошим. Домик сверху, снизу прикольная площадка. Да только сам домик, если к нему присмотреться, получился не таким классным. Он получился маленький. Внутри одна кровать. Да и как туда поместить больше вещей, если во-первых, дом маленький, а во-вторых, распилен пополам? Из минифиг какие-то скины ниндзя и стандартный скелет. В самом наборе 534 детали, стоить будет он 60 евро и выйдет он, как и все остальные, 1 января. В итоге хочу сказать то, что, как по мне, волна получилась хорошей. Я лично доволен ею. Ну а на этом все. Пишите свое мнение о наборах в комментариях. Как вам они? Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.